Вопрос, Максим, ты на Ютубе с какого года? 12-го, кажется. 2012 года. Ты еще был тогда, когда там были коты, наверное, вот эта система. То есть Ютуб был другим вообще, был, да? Ютуб. Когда у меня был миллион просмотров на видео, это было что-то такое невообразимое. Был, наверное. Что сейчас с Ютубом происходит вообще, скажи? Ну, с твоей точки зрения, он там лучше становится, хуже. Сейчас он абсолютно другой. Конечно, другой. Сегодня он заменил телек, куча блогеров, там миллионников популярных. Многие приходят в Ютуб зарабатывать. Ты, кстати, приходил, чтобы заработать? Нет. Моя история простая. Я снял видео для того, чтобы поделиться концепцией выращивания картошки. Выложил его на Ютуб. Просто вот не особенно заморачиваясь. Тогда я Google почты, в принципе, не почтой, не пользовался, и об этом забыл. Uh-huh. А через там 3-4, может быть, больше месяцев зашел на Google почту для чего-то мне там было, и смотрел, у меня куча сообщений. Я начал разбираться, в чем дело. Опять uh-huh. сообщение о том, что мне кто-то написал, оставил комментарий. Я тогда не знал, что такое. Я смотрю, комментарий, а что? По ссылке перешел, у меня же видео есть. И выяснил, оказывается, что у меня смотрели сначала 2 человека в день это видео, потом 3 человека, потом 5, потом 10, потом 100 человек в день, потом 1000 человек в день. Они что-то мне писали, задавали вопросы, я отвечал, и в итоге мне говорят, а когда будет новое видео? Я, дурак, пообещал, что будет новое mm-hmm. видео. Но если ты назвался грузином, вылезай в кузов, вот с тех пор я из него не вылезаю. То есть ты там 8 лет, у тебя видео довольно регулярно выходит. Да, в принципе. Где-то 6 видео в год. Но 6 видео в год. И я слышал на самом деле твое высказывание о том, что ты можешь снимать ролик быстро довольно, то есть не проблема снять, проблема потом смонтировать. Потому что ты очень эмоционально монтируешь. Но бывает, что и съемки занимают, если ты чего-то снимаешь, например, с растительной. Вот я посадил семечко. Мне же надо будет закончить видео, когда оно вырастет в дерево, правильно? Поэтому, ну. Я и снимаю вот про мои, например, кедры или про кедры, сколько лет? 6 я снимал. 6 лет. Ну, через 6-летнюю саммит mm-hmm. показал. А вот, например, олиганскую березу, наверное, лет 10 придется ждать, пока закончится видео. С пчелами длинная про история. Я строю свою баню, сколько уже лет, наверное, 15, наверное. Вот 10 лет про это снимаю видео. Когда-нибудь закончу с ними. Опубликую. По количеству видео у тебя больше всего каких? Do it yourself, где ты что-то делаешь, или там из походов, или агро-тема? У тебя фокус вообще на чем? Ты снимаешь? Я бы не сказал, что у меня есть какая-то конкретная тематика, mm-hmm. но, пожалуй, то, что сделано своими руками, это самая большая у меня палка. Mm-hmm.